Устройство для учета рабочего времени изобрели в Томске. Этот многогранник называют тайм-флип. На каждой стороне символ какого-то вида повседневной деятельности. При смене занятий следует перевернуть устройство нужной стороной вверх, и информация тут же поступит на мобильное приложение смартфона. Гаджет придумал томский разработчик Ренат Хуснутдинов. Автор признается, создавая его, команда ориентировалась на потребителей в США, где поминутный учет рабочего времени давно стал обыденностью. И работнику самому выгодно понять, на что оно уходит бесполезно.